очень важно, чтобы ваша грудь была вперед. Это для них, видите, важно. Если к ним подойти вот так, это, если я бы подошел к Валеру так, на меня бы набросилось. Хотя и так набрали, меня пугали. Но потом понимали, что я не боюсь. И сдавали свои позиции. Я стою и отправляю им посыл. Успокойтесь. Дальше. Дальше. Видите, руками я вот их как будто толкаю. Дальше. Я в это верю. Очень важно в это верить. Понимаете? Если вы сами в это не верите, собаки не поверят тем более. Вы сперва сами должны в себя поверить. Да? Когда вы приносите еду, во-первых, вы будете требовать от них пространства, чтобы они вам дали пространство. Да? Вы можете с едой зайти и сперва поставить еду для самого спокойного, как примера для подражания. Сперва кушать самый спокойный. А если они все кидаются? Они все сразу кидаются. Можно блокироваться. Когда вы поставите миску, во-первых, они должны получать еду в идеально спокойном состоянии, чтобы вы вознаграждали это состояние. Это вознаграждение, понимаете? Еда же вознаграждение. И очень важно, в каком душевном настрое они подойдут и начнут кушать. Если они в хаосе, то вы каждый раз, давая еду, вознаграждаете хаос. Понимаете, это тоже хорошее упражнение для того, чтобы практиковать с ним спокойствие. Ведь вам это нужно. Потому что у нас происходит как раз, когда идет общее кормление приюта, это вот тот же хаос, который был, вот когда мы только пришли. То есть это все собаки достаточно, ну, возбуждены, и вот в миске мы складываем, потом забираем. То есть это мы, наоборот, стимулируем какое-то движение. Да, да. И вот по поводу... А когда вы подведете еду на миске, да, вы даже знаете, что можете сделать? Допустим, конечно, на это уйдет больше времени, но ваша задача им помочь, правильно? Вот смотрите, вы их сперва говорите, дай пространство, дайте пространство, они уходят. Потом вы смотрите, кто из них самый спокойный, да? Вы можете открыть Валер и этого, смотреть на него и его пригласить, на других не смотреть. То есть ваш посыл, то, что вы делаете, относится только ему. Можете вывести из Валера, поставить миску. Если неделю с ними поработать, потом они очень спокойно станут. То есть поймите, ваш приход туда, ваше то, что вы там ходите, связано только с возбуждением. Да. Только с возбуждением. Вы должны практиковать другой опыт. Тогда мы там, вы наоборот должны быть спокойны. Ваше появление должно быть связано с спокойствием. Ваши все действия должны нести спокойный образ жизни, чтобы они тоже стали спокойными, а то у них в голове только хаос. По сути, это нужно начать учебу с волонтеров. Поэтому я учу людей. Понимаете, люди должны быть информированы.